Здравствуй, дорогой читатель! И сегодня пора рассказать всю правду. Я родилась в прибрежном, чистом, светлом городке. После чего переехала в совсем не прибрежный, серый город. Там были темные переулки и старые улицы. Но жила я там недолго. В 8 лет меня забрала бабушка на тихий островок посреди океана. Там мы с бабушкой рыбачили, плавали в школу и наслаждались красотой. С этого и началась моя история. Эй, страшила! Глухая, что ли?